мне сказали, вот минус ткань, ямка, да, но как вас зовут, напомните, Южин. Мичка сказала, что вот есть, да, но есть и вот тут вот плюс, какой бонус, угу. Видите, если мы добавим вот сюда объем, мы получим вот такой большой, большой плюс, да, то есть это и не скуловая получится, красивая, да, вот зона, потому что вот идет, а у нас ниже, поэтому мы должны постараться вот это скорректировать, корректируя вот эту зону, то есть сделать вот это равномерным, и тогда оно будет менее выраженным, таким вогнутым, да, менее втянутым. Сейчас посмотрим, переколотили. Все хорошо? Да, я полуборот немножко пощипываю, не разбираю, не чисто, не боятся. Камиль, ваш помощник, она подсказывает, эти пусто, видите, как я свободно прохожу даже на носогубную складку на среднюю третью. Вы никогда такую деликатность не получите, коррекция будете просто через проходить, через сосуды, через кожно-жировую. А вы это только верно выложили или на развороте тоже? Верно. И возвращаюсь еще, проверяю себя.